Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык и улучшаем навыки разговорной речи. Часто бывает так, что на ум вовремя не приходит нужная фраза, и вместо того, чтобы проявить свои способности, приходится тихонько молчать. Для того, чтобы такие ситуации происходили реже, нужно как можно больше практиковаться и запоминать устойчивые фразы, как можно чаще их проговаривать. Сегодняшний урок я хочу посвятить 15 популярным вопросам, которые часто употребляются в речи. Когда вы хотите помочь человеку, который выполняет какую-то физическую работу, например, несет тяжелые сумки, можно спросить: Can I give you a hand? Можно тебе помочь, подсобить? Можно дать тебе руку помощи? Can I give you a hand? Когда вы хотите перестать обсуждать с кем-то неприятную для вас тему и перевести разговор в другое русло, можно сказать фразу Can we drop this? Мы можем бросить эту тему. Can we drop this? Один из разговорных способов спросить кого-то, как дела, это вопрос How have you been? Как поживаешь? Эта фраза часто сокращается до варианта Have you been? Если вы хотите спросить человека, как дела, и чем он занимался, пока вы не виделись, можно сказать What have you been up to? Что у тебя происходило? Что у тебя нового? В таком вопросе в конце часто добавляется слово lately, в последнее время. What have you been up to lately? Если хотите спросить человека, чем он занимается, какая у него работа, можно употребить вопрос What do you do? Чем ты занимаешься? Кем ты работаешь? Существует и более развернутая форма этого вопроса. What do you do for a living? Это буквально значит, чем ты зарабатываешь на жизнь. Но при этом в неформальном общении употребляется короткий вариант. What do you do? Если вы хотите спросить, в чем дело, что случилось, скажите фразу What's the matter? Например, может быть такой диалог. I have to tell you something. What's the matter? Мне нужно кое-что тебе сказать. В чем дело? Если вы хотите спросить, что не так, что случилось, можно употребить вопрос What's wrong? You look upset. What's wrong? Ты выглядишь расстроенным. Что не так? Когда вы хотите спросить, что происходит, можно употребить фразы What's going on? What's happening? What's going on here? Why are you fighting? Что здесь происходит? Почему вы ругаетесь? Если что-то уже случилось, можно сказать What happened? I heard some noise. What happened? Я слышал какой-то шум. Что случилось? Если вам приходится ждать кого-то, и вы хотите спросить, ну почему же так долго, скажите фразу What took you so long? I've been waiting for you for half an hour. What took you so long? Я прождал тебя полчаса. Почему ты так долго? Если вам все еще приходится ждать кого-то, можно сказать What's taking him so long? Почему он так долго? Если кто-то туманно объясняет вам что-то, и вы хотите понять, что этот человек конкретно имеет в виду, можно спросить What's your point? Что ты хочешь сказать? Что ты имеешь в виду? You have to do something about this whole situation. What's your point? You have to fire him. Тебе нужно что-то предпринять в этой ситуации. Что ты имеешь в виду? Тебе придется его уволить. Когда в разговоре с вами кто-то на что-то намекает, можно спросить What are you getting at? На что ты намекаешь? Nice jeans. They were really trendy in the 90s. What are you getting at? Классные джинсы. Они были очень модными в 90-х. На что ты намекаешь? Если вы хотите спросить, по какому случаю, какой повод, употребите фразу What's the occasion? Например, когда вас неожиданно угостили тортиком, вы можете спросить What's the occasion? А какой повод? Когда кто-то нарядно одет, и вы хотите узнать причину, скажите You're all dressed up. What's the occasion? Если вы хотите спросить, о чем задумался ваш собеседник, можно употребить фразу Is there something on your mind? В разговорном языке часто говорим так Something on your mind? Что у тебя на уме? You are very quiet today. Something on your mind? Ты сегодня очень тихий. О чем ты думаешь? Если вы не расслышали и не поняли, что сказал собеседник, и хотите попросить его повторить или объяснить что-то, можно употребить такой необычный вопрос. Come again? Это значит, можно еще раз повторить, пожалуйста. Would you like to go outside? Come again? Would you like to go outside? Sure. Хочешь выйти на улицу? Что-что? Хочешь выйти на улицу? Конечно. Если в общественном месте вы хотите присесть на стул, но не уверены, что место свободно, можно спросить у сидящего рядом человека. Is the seat taken?
Это место занято? Is the seat taken? Какие вопросы были для вас сегодня новыми? Какие еще популярные вопросы можно добавить к этому списку? Обязательно напишите их в комментариях, мне будет интересно почитать. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Вы можете посмотреть другой урок из этой же серии под названием «30 суперпростых английских фраз». Ссылка находится в описании. Спасибо за то, что смотрите. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих видео.